Я Швудков Александр Сергеевич. Родился в городе Купянске, Харьковской области. На данный момент я приехал на вахту на работу на КБК, когда началась эта спецоперация. Я добровольно пришел и признался в том, что да, в 2014 году я был мобилизирован. Были сделаны в 2014 году. У нас был командир такой, все, полностью доступно. И он говорил, ну, те, кого он знал, что ближе находится к Луганской области. Нам делали партаки, но он говорил, что если мы додумаем перебежать, нас из этих татуировок сразу там же расстреляют. Мы не скрывались, у меня был набитый герб, здесь была набита Донбасс и Украина. Я сам начал вот это все забивать, чтобы это, ну, потом не было у меня из-за этих лишних проблем. Мне многие объясняли, что из-за этого у меня могут случиться большие проблемы. Типа, Сашка, не бери, забивай это все. Я себя, конечно, да, хочу призвать всех украинских солдат сложить оружие, лучше вернуться домой к семье. Ухватит этой разрухи, страдают дети и женщины. Я сам лично свидетель, как падали два этажа дома, мне приходилось на руках выносить детей. Они были в большой истерике. Это не очень хорошо. Я прошу, ребята, задумайтесь о том, о детях, о своих же тоже матерях, которые сидят и ждут. Ни одни деньги, которые вам пообещал президент, вас не заменят. Поэтому сложите лучше орудие, вернитесь домой живыми.